Певица примерила сразу несколько украшений. Вера Брежнева решила проиллюстрировать один из хитов группы Viagra «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». Певица опубликовала в Instagram фото, на котором примеряет сразу несколько ювелирных украшений с бриллиантами и сообщила в подписи, что драгоценностей много не бывает. «Зашла я как-то в новый бутик и надела все лучшее сразу. Угадаете, сколько на мне карат?» – написала звезда. Подписчики отреагировали на снимок бурными комплиментами. «Ты сама, Верочка, самый драгоценный алмазик, нет такого бриллианта, который был бы вас достоин», наперебой восхищались комментаторы. Правда, кое-кто не понял смысла фотографии и решил, что певица просто хвастается ювелиркой, лучше бы больным детям помогали. Нашлись и те, кто заявил, что Брежнева на фото выглядит не лучшим образом. Сейчас Вера выступает с концертами. Сегодня она взорвала Курган, вчера – Новосибирск. А совсем недавно звездная блондинка побыла моделью на Парижской неделе моды. Правда, поклонники упрекнули ее в том, что ради подиума красавица отменила концерты в двух российских городах.